По зеркалам, походу, Next едет. У него сзади ворота, вот прицеп практически с размером с фуру. На желтый гараж, братан. Ё-моё, как тут 20 тонн везти? Ой, блядь. Здравствуйте, офицер. 5-литровый мотор Гелендвагена. Спринтер. 75 кубов. С прицепом. Такая вот машина. Все сделано очень качественно, ничем не отличается от фуры. Такое вот крепление. Все как на фуре, абсолютно все. У нашей фуры его прицеп вот такой же размером. Шторка. Все сделано очень качественно. По две запаски везде висит, ящики с двух сторон, баки стоят. Пять литров мотор Гелендвагена, друзья. Вот это да.